из пластиковых крышек мастерим основание микроскопа. Закрепляем трубки. Еще одну. Нанизываем колечко. Сюда нужно смотреть. Добавим остальные детали и панель. Микроскоп многократно увеличит самые крошечные клетки. Мир под микроскопом удивителен. Узнаем, что в шерсти у нашего бобра. Рассмотрим повнимательнее. О, что там делают все эти люди? Бобр, ну-ка признавайся. Эй, постой! Может, показалось? Чего смотришь? Это наш дом. О, невероятно! Это прорыв! Включаем. Let's go! Чудеса! Врач уже в микромире. О, где я? Неужели получилось? Это станет научной сенсацией! Трубочку закрепляем в присоске. Установим перегородку. Размешаем питательный эликсир. Наполняем шприц. Осталось перелить в бутылочки. Подвешиваем колбы на штатив. Витаминная капельница быстро поставит пациентов на ноги. Время ставить капельницу. Let's go. Не шевелитесь, пока раствор не закончится. Okay. Ох, как же долго. Бока отлежала. Хочу в уборную. Ау, медсестра. Не слышит. Придется идти самой. Жуть, как неудобно с капельницей. Где моя дверца? Вы что здесь делаете? Нужно отдыхать и набираться сил. Но мне... Никаких «но». Лежачий режим и покой. Распечатаем развертки упаковок. Складываем. Готово. Из большой перчатки получится пара маленьких. Упакуем. Все строго стерильно. Хирургу предстоит серьезная операция. Дезинфицируем руки, надеваем перчатки и приступаем. Вот это сюда. Мой хот-дог собран. Операция прошла успешно. Он даже в ресторане, как на работе. Yum. О, нет, мой хот-дог! Как грустно. Нужно помочь. Не расстраивайтесь, угощаем вас лобстером. Это так мило с вашей стороны. Вау, какой милашка. Одолжишь Лалилу часть ошейника? Хороший мальчик. Обрезаем кусочек проволоки. Наносим полоску термоклея. Крепим к проволоке. У кого-то будет ослепительная улыбка. Hi there. К стоматологу обратился Хаги-Ваги. Доктор, у меня кривые зубы. Помогите! Это наш профиль. Присаживайтись. Посмотрим. Да у вас две челюсти. That's amazing. Случай непростой, но выход есть. Поставим брекеты, они выровняют зубы. Бррр, как непривычно. Thank you. До встречи. Хаги снова пожаловал на визит. Как ваши успехи? Брекеты, как всегда, не подвели. Wow! У меня голливудская улыбка. Вы просто волшебник. Bye. Проволочка. Формируем оправу. Застекляем линзы.
Вырезаем пару ушек. Какой выберем? Супер! Из картона получится отличный чехол. Практичный дизайн на кнопочке. Теперь очки точно не потерять. Пришло время вечернего сериала. Ох, где мои очки? Ничего не вижу. Внезапно подул сквозняк. Кыс-кыс-кыс, иди сюда, пушистик. Ты мой хороший. Бабуля, ты что делаешь? Совсем плоха? Глажу котенка. Все, мы идем к окулисту. Проходите, на что жалуетесь? Она обижает котенка. Да это шерсть, старушка не верит. Пора подобрать вам очки. Измерим зрение. Что видно? Туман. О, прояснилось, как в молодости. Эти очки будут в самый раз. Примерьте. Чего? Это вправду шерсть. Фи! Футляр для очков в подарок. Спасибо, милочка. Свяжу носки. Не пропадать же добру. Из мешковины получились картонные заготовки. Наносим линии. Вырезаем отверстие. Несколько квадратов. Обклеиваем фоамираном. Соорудим скамью. Выкладываем сиденье со спинкой. Удобная скамья для ожидания необходима пациентам. Мисс, когда мой прием? Через час. Ладно, посижу. Можно записаться к доктору Стэну? Посмотрим. Через полчаса. Эх. Скамья полностью занята. Не осталось местечко старику? Прошу, присаживайтесь, потеснимся. Welcome. Yes. Shoo. Нужно проветрить. Мне дует. Ладно, ладно. Внученька, принеси водички, будь добра. Сейчас. Please. Холодная, я не хочу заболеть. Подогрей, а? А, сколько проблем. У вас можно нагреть воду? Ваша очередь в кабинет. Фу, наконец-то. Ну вот, и где моя вода? Милочка, а могла бы ты... О, этот флакон подойдет. Пригодится крышка. Перекрасим верхнюю часть. Срежем горлышко. Установим колбу. Мастерим дозатор. Заполняем автомат одноразовыми бахилами. Хватит на всех пациентов. Стерильность в больнице превыше всего. Старушка следит за чистотой. Все должно сверкать. Так-то лучше. Порядок царил недолго. Дорогая, ты не забыла маску? Это важно. Конечно, милый, она всегда со мной. Ох, и натоптали. Только поубирала. Уважаемые посетители, автомат с бахилами стоит здесь не просто так. Простите, мы справимся. Дорогая, позволь помочь. Теперь я. So good. Молодцы, смогли же. Чудесно, теперь фея чистоты будет меньше работы. Высыпаем мелочевку. Старый павербанк оставим. Отделяем колесики. Эй, куда покатился?
Украшаем аппарат полоской фоамирана. Тонируем кубик в голубой. Приклеиваем дисплей к прозрачной панели. Подключаем проводки. Прибор для лазерной эпиляции избавит от лишних волос. Добро пожаловать в кабинет эстетической медицины. Следующий, проходите. Я слишком зарос. Помогите сбросить шерсть. Запросто. Ложитесь на кушетку. Включаем максимальную мощность. Немного времени. Помолодел лет на 200. Спасибо. Bye. Доктор, я бы хотел скорректировать брови. Please. Легко. Пара движений. Готово. Amazing. Ух ты, не больно. Bye-bye. Для тележки пригодятся пластиковые трубочки. Обрезаем края. Получилась пара заготовок. Собираем тележку. Мастерим металлические полочки. Подвесим рулон салфеток. Подскажите, пожалуйста, в какой палате моя девушка? Посещения пациентов запрещены всем, кроме родственников. Но это безумно важно. Please. Ничем не могу помочь. Вам сюда нельзя. Мимо Нэнси никто не пройдет. Окей. Ага, никого нет. Отлично, халат и шапочка. That's amazing. О, нет, она идет. Делаю вид, что тащу тележку. Доброе утро. И вам. Погнали в палату. Дорогая, не пугайся. Я принес цветы. Ты выйдешь за меня. Вау! Конечно, да. Что здесь происходит? Ой, я не вовремя. Как трогательно. Милая ручка, разбираем на детали. Отрезаем кусочек стержня. Получился фоамиран. Установим лампу. Немного магии. Она стала кварцевой. Прибор убивает все вредные микроорганизмы. Настал день выписки. Ура! Пора домой! Yay! Рада, что вы поправились. Я отвезу вас к выходу. Okay. Нужно хорошенько прокварцевать помещение. Пусть повисит на стене и сделает свое дело. Чудесно! Ах, какой свежий воздух! И никаких бактерий! В новой поделке используем тест на ковид. Проделываем отверстие в ряд. С помощью трубок выстроим полочку. Под каждым отверстием виды аллергенов. Ох, сколько их! Коктейльные трубочки станут пробирками. Наполняем каждую реагентами. Аллергия может возникнуть на что угодно. Главное – вовремя выявить раздражитель. Hello. Доктор, мне нужна помощь. Мисс, придется поднять капюшон. Мне нужно вас осмотреть. Ох, какая сильная сыпь! И она никак не проходит. Нужно определить, чем она вызвана. Проведем тест на аллергию. Я смочу палочку в растворах. Результат не заставит себя ждать. Подождем реакцию. Все пробы испарились, кроме одной. Ага, мы нашли виновника. Посмотрим. Зеленый – это пыльца растений. Все дело в том, что вы носите брошь из живого цветка? Неужели? Попробуем снять? Не может быть. Сыпь проходит. Excellent.
Доктор, вы гений, спасибо. Будьте здоровы. Обрезаем пластиковый контейнер. Вырезаем отверстие в крышке. Серебристый. Добавим откидную дверцу. Надежный замок не позволит сбежать. Очередной день в лаборатории подходит к концу. Но что это? Эта защитница животных решила спасти мышек от опытов. Так-так, я на месте. Ерунда. Мои клещи справятся с любыми замками. Вы свободны, малыши. Еще писк. Бедные мартышки. Со мной вы в безопасности. Берем синий и красный пластилин. Соединяем проволокой. Стол заполнили заготовки. Собираем ДНК-модель. Нам нужна подставка. В этой загадочной спирали сконцентрирована вся информация о живых существах. Hello. Внимание, класс! Сегодня мы изучаем очень важный материал – строение ДНК. Перед вами превосходная модель. Разберем состав. Простите, срочный звонок. Скоро вернусь. Посмотрим поближе, пока его нет. Ух ты! Пусти меня! Я первая! Кто это сделал? Моя бесценная модель! Вот и виновницы происшествия. Попались. Сори. Вы сломали, вы почините сломанное. Заодно изучите строение. Пачка грецких орехов, сытный перекус. Нам пригодятся две половинки. Наносим извилины. Уже похоже на мозг. Обрезаем ватную палочку. Удивительное сходство орешков и мозга. Hello. Доктор, у меня так часто болит голова, сплошные мигрени. Распространенная жалоба. Нам нужно выяснить причину. Welcome. Проведем МРТ-обследование. Это совершенно не больно. Ух ты! Я словно лечу в космос. Посмотрим на ваши показатели. Ага, причина ясна. Объясню наглядно при помощи модели мозга. Вот в чем дело. Любопытно. Принимайте таблетки, и кровообращение мозга вновь восстановится. Окей, попробую. Головная боль прошла. Спасибо. Будьте здоровы. Bye. Берем контейнер. Наполняем доверху гипсовым порошком. Разрезаем бинт на полоски. Наложить гипс легко и быстро. Конечно, забегу в гости. Что? Там будет Джордж? Ой! Придется обратиться в травмпункт. На снимке четко видно, у вас перелом. Мамочки, что же делать? Не волнуйтесь, нужно наложить гипс. Гипсовая смесь и бинты позволят костям ровно срастись. Принимайте витаминки и приходите на повторный осмотр. Впредь буду ездить осторожнее. Кэти уже который день ест больничную еду. Надоела эта диета. Доброе утро, как ваше самочувствие? Замечательно, но хочется бургеров. Посмотрим на показатели. Уже пришли в норму. Можно переходить на обычный рацион. Опустошим рефилы теней. Выкладываем на пластиковые крышки. Осталось заполнить едой. Полноценный рацион. Приятного аппетита! Юху! Вот это застолье! Sure.
Пациентка наелась и сладко уснула. Положительные эмоции только ускорят выписку. Нарезаем проволоку. Скручиваем инструменты. Выкладываем салфетку. Строго стерильно. И медицинские инструменты всегда под рукой. Доктор тщательно готовится к операции. Хорошенько намылим руки. Идеальная чистота. Дорогуша, все пройдет хорошо. Медсестра, инструменты. Вот, все готово. Сестра, зажим. Сестра, спонж для лба. Хорошие показатели. Теперь скальпель. Фух, операция прошла успешно. Дай 5. Пациентка чувствует себя отлично. Молодцы, прекрасная работа. Вынимаем линзы. На аптечке надпись «Первая помощь». Вырезаем распечатку градусника. Покрываем лаком. Уменьшаем пластыри. Мастерим коробочку. Аккуратно складываем. Все под рукой. Первая помощь будет оказана незамедлительно. Покажи свой фирменный трюк. Не проблема. Смотри и учись. Сильно ушиблась. Леди, остановитесь. У вас есть аптечка. Нужно заклеить ссадины. Конечно, всегда под рукой. Сейчас обработаем ранки. Так, где же пластыри? Нашла. Теперь быстро заживет. Спасибо. Вы нас так выручили. Перерыв на суши. Берем палочку. Оборачиваем лентой. Украсим трость единорогом. Трость облегчает старикам ходьбу. Милочка, мне выписали рецепт. Прочтите. Ага, трость. Прошу, осталась одна с единорогом. Я с ней словно волшебник. Вам так идет эта трость? Может, вправду встретите единорога? Уговорили, покупаю. Леди, не желаете составить мне компанию в прогулке? С удовольствием. Ах, какая милая история. Собираем деревянный флипборд. Установим полочку. Приклеим листы стикеров. Пара карандашиков. Все мысли и идеи можно мгновенно записать. Доктор ведет совещание. Медицинские вопросы требуют срочных решений. Рассмотрим схемы. Чего смеетесь? Дело серьезное. А это еще что? Поздравления! Happy birthday to you! Медсестры сделали доктору сюрприз. How sweet! Отрезаем атласную ленту. Улыбочка Хаги-Ваги. И готово. Леди Баг ожидает в очереди. Ого, много пациентов. Ой, девушка, срочно наденьте маску в помещении.
Но я уже в маске. Вот. Нет-нет, нужна медицинская. Ага. Окей, а такую вы видали? Ну что, кто следующий? А, монстр, помогите! Ой, это же маска. Зато теперь я первая в очереди. Ха-ха. Леди Баг, пройдемте в кабину. Не волнуйтесь. Вы же сами просили быть в маске. Часть пластикового судочка окрасилась в голубой цвет. Установим на цилиндрические ножки. Добавим ручки опоры. Полотенце под рукой. Измельчаем авокадо в блендере. Грязевая ванна для тела. Медсестра подготовила лечебную ванну для новой пациентки. Пока девушка переодевается за ширмой, ее ждет сюрприз. Воу, какие приятные ощущения! Полежите полчаса и забудьте о всех проблемах. Релаксирующая масочка в подарок. Оставим ее наслаждаться процедурой за ширмой. Разделяем пластиковый контейнер. Тонируем коробочки в серебро. Добавим мягкую обшивку изнутри. Клац-клац, крышка легко открывается. Последние штрихи, ручки и знак Красного Креста. Из фурнитуры и булавок получатся качественные инструменты. Трубочка от кисти послужит шприцом. Бинты, инструменты и раствор для обработки в комплекте. Анна безмятежно смотрит любимый канал. Как вдруг почувствовала острые боли в животе. Ох, как колит! Нужно срочно в больницу! Бригада скорой помощи моментально доставила пациентку в палату. Очевидный аппендицит. Сестра, подготовьте мои стерильные хирургические инструменты. Пульс в норме. Вводим анестезию. Сердцебиение в порядке. Простите, дальше все за ширмой. Сестра, тампон, скальпель, зажим. Она очнулась после сложной операции. Голова кругом. Спасибо, доктор, вы меня спасли. Разделяем воздушный пластилин. Сминаем небольшой комочек. Придаем ему форму черепа. Закрепляем металлическую ось на подставке. Немного отбелим муляж черепа. Блестящий результат, словно настоящий. Юху! Первая лекция по анатомии. Скорее по местам. Приветствую учеников. Все собрались? Сегодня мы изучаем строение человеческого черепа. Он сформирован из 23 костей, из которых 8 парные и 7 непарные. Ой, можно рассмотреть поближе? Так интересно! Поищу для вас дополнительные материалы. Вот, почитайте учебник по анатомии. Спасибо, здорово! Преподаватель ушел, а девочки подбежали к черепу. Как думаешь, он настоящий? Да ну, муляж! Но стоило подружкам обернуться, как вдруг в тишине раздался голос. Привет! Бежим отсюда! Здорово, я их напугал. Сломанные пластиковые игрушки пригодятся для новой поделки. Собираем каркас аппарата УЗИ. Добавим вставки из глиттерного фоамирана. Вау, какие яркие ластики! Из них получатся отличные колесики. Соединяем половинки на проволоках. Теперь устройство легко перемещать по палате. Добавим монитор и держатель.
Собираем датчик из трубочек и шнурочка. Наносим панель управления. Готово. Ультразвуковая диагностика теперь в услугах больницы Лалилу. Русалке Эльзе не здоровится. Пришлось обратиться к врачу. Доктор, очень болит животик. Что со мной? Сейчас посмотрим. У вас просто вздутие. Убрать пузырьки поможет вот это лекарство. Ничего серьезного. Ну как ты? Тебе лучше? Видимо, да. Let's go. Bye. Следующая пациентка – Леди Баг. В животе странная щекотка. Загадочный случай. УЗИ все покажет. Движущиеся объекты? Никогда такого не видела. Похоже на божьих коровок. Оказалось, Леди Баг вся состоит из них. Забавное УЗИ-зрелище. Фу, непростой рабочий день. Наконец-то можно отдохнуть. Опустошим пластиковую упаковку. Хорошенько очищаем. Идеальная прозрачность. Наполняем ее витаминами С. Приклеиваем этикетку и окрашиваем крышечку в оранжевый. Стоит бросить таблетку в воду, как она мгновенно растворяется. Ух ты, сколько пузырьков! Доктор снова при деле. Ох, я так быстро устаю. А эти синяки – мрак. Где моя юношеская свежесть? Вижу, и волосы секутся. По результатам анализов картина ясна. Недостаток витамина С. Мы быстро это исправим. Доктор растворила таблетку. Уже после первого глотка видны изменения. Эльза снова блистает. Вау, спасибо! Возьмите упаковку с собой. Принимать по таблетке каждый день. Нарезаем проволоку. Отрезки пригодятся для устойчивого штатива из трубочек. От тележки понадобятся колесики. В баночках теперь питательные растворы, красный и синий. Подвешиваем их креплением. Скорее оздоравливаться. В палату зашли Леди Баг и Эльза. Что-то нам не здоровится. Мы теряем свою силу. Решение есть. Капельница с волшебными эликсирами мигом поставят вас на ноги. А еще восстановит баланс в организме. Для Леди Баг красная, а для Эльзы – синяя. Полежите, отдохните, пока пополняется жизненная энергия. Ю-ху! Сила и скорость! Моя очередь протестировать магию. Вечный холод. Упс, даже слишком эффективно. Ха-ха. Извините. No problem. Пенопластовые детальки пригодятся для тонометра. Рисуем дисплей. Сравним с оригиналом. Точная копия. Курсы оказания первой помощи собрали любители медицины. А теперь перейдем к изучению кровеносной системы. Кстати, это тонометр. Есть желающие быть моделью? Я! Подходите, покажу, как пользоваться тонометром. Все записываем. Ура! Давление в норме! Фу, и мне не помешает измерить после таких активных занятий. Нам понадобится палочка термоклея. Добавим кусочку горлышка. Колпачок подходит по размеру. Приклеиваем этикетку. Спрей от насекомых прогонит незваных гостей. Как весело проводить время с друзьями, собраться вечером у костра, петь песни под гитару. У Изабеллы с Мирабель чудесный дуэт. Олаф, да ты талантище, гитара — это точно твое.
Веселье продолжается. А, какой ужас! Меня покусали комары. Все чешется. Кому нужна помощь? Упс, комарами уже атакованы все. Нам! Держи, у меня есть специальный спрей от укусов. Стоило девочкам распылить чудо-средство, как симптомы моментально пропали. Фу, все в порядке. Какое облегчение. Как здорово, что ты медик. Ты нас спасла. Не могла же я оставить вас с такой проблемой. Пластиковую крышку обклеиваем фоамираном. На экране транслируется кардиограмма. Добавим панель управления, милые кнопочки. Фурнитура и старые наушники способны творить чудеса медицины. Подсоединим нужные проводки. Появилось крошечное сердечко. Держим сердцебиение под контролем. Эльзе внезапно стало плохо. Ох, что-то в груди колет. Бедняжка, что с сердцем? О, понял. Срочно звоню в скорую помощь. Мы уже здесь. На что жалуетесь? Сердце. Посмотрим. Сделайте глубокий вдох. О, кажется, у вас совсем холодное сердечко. Выписываю рекомендации. Больше гулять и веселиться. Соблюдайте режим развлечений. Спасибо, доктор. Вы нам очень помогли.